После окончания школы, чтобы оплачивать учебу в университете, Денис решил заняться своим бизнесом. У Дениса не было знакомых, кто помог бы ему ответить на такие вопросы, как: как лучше зарегистрироваться, ИП или ООО? Каким бизнесом заняться? Открыть кофейню или барбершоп? Где найти партнеров, поставщиков, арендодателей? Где взять стартовый капитал и многое другое? Однажды Денис узнал о программе «Ты предприниматель» и принял в ней участие. В ходе программы он получил ответы на все вопросы, нашел единомышленников, получил поддержку государства и успешно запустил свой первый бизнес. Программа «Ты предприниматель» — это площадка, на которой вы пройдете обучение основам ведения бизнеса, получите возможность принять участие в конкурсе бизнес-проектов, найдете партнеров и многое другое. Стать участником программы может любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. Для участия необходимо подать заявку на сайте rospredприниматель.рф. Заходи к нам на сайт, в группы в социальных сетях или звони по телефону, чтобы узнать больше. Прими участие в федеральной программе «Ты предприниматель». Реализуй свои мечты, а не чужие.